Макс, что, давай гонку, короче, я на клаве, ты на это. Не сосал? Я ж тебя вынесу, хуя. Слышь, это я посмотрю, где, кто кого вынесет. Где-то. А, не на ту передачу, черт, говно, не считается, не считается. Добрый вечер, Макс, смотри, я на задней передаче вокруг тебя сейчас крутиться буду. Я машину поломал. В боксах, блин. Так, я пошел сделаю кофе. Квалификация почти кончилась, какой кофе? А тут таймер большой, минут 5 что. Вы уверены? Да. Ну сейчас проверишь сам. А, не, нифига, минута. Минута, Алекс, ты не ушел? О, все, пиздец. Алекс! Алекс, гонка! Привет, мои червивые друзья. А литров сколько у тебя в баке? Блин, черт, мало! Блин! У меня литров 5. Вот лох. Аккуратно. Резина слабая. Блять, я тебя не вижу. Я вижу. А в гонке они уже вовсе не такие вежливые. А ты как хотел? Ты на каком месте? 18. А ты, Саш? Сорок шесть и 9. Жесть. Вчера тестовый заезд. Тут замес. 4 из 4 выиграл. Тут замес. Тут какой-то дикий замес. И слава богу, я не участвую. Я проехал сразу минус 3 позиции. Я 10-й. Впереди меня едет машина, похожая на мороженку, и я ее чуть не выбил. На мороженку это как? Цвета мороженки. Я 11-й тем временем. Впереди меня Бочарников. Блять! Я не похож на мороженку. Блять, ну уже нет, да. Мороженка проиграла. Я лучше не буду бороться и пропущу тебя. Это правильно мыслишь, правильно. Так мороженку не пропускаю на пидорской. Я 10-й. Блин, последний круг. Мое место отобрал. Это... Неси его с гордостью. Блять, я уже ногу не чувствую, пиздец. Да у тебя же ее нет! А чем я тогда хуем, по-твоему, на педаль-то нажму? Да нет, да это кино, из кино, из фильма. Че-то я не видел такого. Ну там, где этот, Капитан Пейн, короче. А, понял. Сейчас еще мемесы популярные, типа... Хей-хей-хей, я игр не чувствую, PS4, да у тебя же их и нет, и все такое. Ну я тебя почти догнал, смотрю, почти. Если бы не этот Фуфайкин ебучий, блядь. Ну, это еще вопрос, пустил бы я тебя или нет. Ну, все равно. Смотрогов, ты не, ты как Вин Дизель, скажи. Ты как Вин Дизель из первого Форсажа, скажи. Почти не считается, типа, за такое. Главное, победа. И про Гравицапа ему что-нибудь еще расскажи, типа. Чистая победа. Чистая победа. Блин, я сетап не сделал. Ха. Перезайду. А ты не успеешь. Из боксов поедешь. Блин! Ха.
Я сделал контакт. Это мой косяк. Выкидывай там всякие. Алекс, завали мощный бейс. Так, я сделал еще один контакт. Это тоже мой косяк. Это было неприятно. Я выбил двоих человек. Или троих. Никто там не кричал в чате? Да нет. Нет. Серьезная ситуация. Прикается, защищается. Вышли? Нихуя. Я всю гонку третий еду. Лева. Чешуем. Червивой. Ого, тут серьезная ситуация происходит, мои дорогие друзья. Да. Кто-то вылетел. Что именно было? Я не буду тебя рассказывать, я просто сделаю видос из этого. Может, он первый? Я первый. Блять, что? Ну, когда я начинал, говорить, я первым не был. Тут произошла дичь ебаная. Как хочешь. Пиздец, Алекс выиграл. Каким причинам? Вот и все, мои дорогие отбитые и червивые друзья. Вы просмотрели 5 минут маразма, так что...